саженцы жимолости съедобны, ребека неприхотливы в выращивании и уходе. Сорт хорошо зарекомендовал себя рядом особенностей: жировыносливый и засухоустойчивый. Устойчив к сильным морозам. Слабая осыпаемость зрелых ягод. Вкус плодов жимолости съедобный, ребека сладкий с легкой кислинкой, нежный, без горечи и аромата. Обладают высокой дегустационной оценкой, 4,6 балла из 5. Ягоды крупные с хрупкой кожицей. Используют в свежем виде, сушат и замораживают. Почву для крупномеров жимолости съедобный, ребека предпочтительно подбирать достаточно влагоемкую, суглинистую или супесчаную. Жимолость съедобная ребика – это кустарники высотой до 150 см. Жимолость съедобная ребика имеет ранний срок созревания. Вкус кисло-сладкий. Важно, что жимолость съедобная ребика самоопыляемый, обои полый. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.